Сегодня в России впервые отмечают День волонтера. Праздник своим указом учредил президент страны Владимир Путин. Документ был принят руководствуясь резолюцией Генассамблеи ООН 1985 года. Тогда, 5 декабря, было объявлено Международным днем добровольцев во имя экономического и социального развития. 86 лет исполняется городу Якутску в следующем году. Из-за этого я делаю доброе дело, посвященное городу Якутску. На данный момент сделали более 1100 добрых дел, около 20 алфавитов народов, живущих здесь на севере. И также у меня есть один проект замечательный, «Блины добра». «Блины добра», суть проекта заключается в том, что, получается, люди покупают вкуснейшие блинчики, и при этом большая часть вырученных денег идет на помощь строительству дома для многодетной семьи. Хотим на Новый год построить им дом. Сейчас надо собрать 500 000 рублей. И мы готовы печь блины, продавать блины. Все готово. Всем хочу пожелать счастья, радости, побольше любви и побольше добра.